Привет, я Прости Темплар, и сегодня мы с тобой играем в Детектив Джеки Мистик Кейс. Снова продолжаем проходить, ну, как снова. В общем, твой любимый Фрости профакапился, записал видос, прошел сколько, 4 уровня, и на монтаже я заметил, что не то, что не записалось, и вроде бы нормально записалось, но звук и моего голоса, и звук игры какой-то странный. Но перед этим у меня обновлялись какие-то драйвера, или материнки, или там звуковой карты. Что-то, в общем, обновлялось. И в OBS выставились какие-то странные настройки. В общем, получился кошмар. Это слушать было невозможно. Это не то, что роботизированный звук, или когда там в Дискорде говоришь из ведра, просто это... Что-то такое. Ну да ладно, сегодня с тобой, в общем, пройдем все заново. С 13 уровня мы с тобой остановились на 13 уровне. Нет, на 14. Квартира Джей. Больница. Да, мы с тобой остановились на 13 уровне. Соответственно, начнем с 13 уровня и доберемся до 18. А ты, как обычно, не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотри, поставь лайк и да, не забудь подписаться. А мы давай с тобой начнем 13 уровень заново. Печально и не особо хорошо. Квартира Джей Джей, день 2, 10-12. А что будешь делать дальше? Я собираюсь попасть в больницу. В больницу? Я хочу кое-что там найти. Я-то знаю, что он там хочет найти. Ты, скорее всего, тоже догадываешься, ну, ладно. А чем я могу помочь? Прости, но я не говорю о работе с теми, кого не знаю. Ты просто свидетельница. Тогда мне придется напомнить, что Хлоя была моей подругой, и я хочу помочь. Я должна. Все, что ты должна, тебе простили. Итак, что мешает тебе посетить больницу? Ну, мне нужен свободный доступ. При этом я не хочу вызвать подозрений. Ты неплохой хакер, говоришь. Можешь сделать фальшивый пропуск временного сотрудника больницы? Тогда мне придется взломать сервер больницы и достать официальный пропуск. Да, там, потыкай, поклацай, как в фильмах, и взломай. Мне нужно оборудование, так что схожу за ним домой. Увидимся через час, чтобы через 2 часа у меня был пропуск. Я хочу в больницу. Надеюсь, я не зря ей доверилась. Говорю с посетителями, а затем попробую что-нибудь найти на эту организацию. Они тут, кстати, начали очень быстро перемещаться, плюс я там немножко колечко прокачал, то есть уровень мы должны пройти достаточно хорошо и достаточно быстро. Так, следующего еще позвать нельзя, подождем. Садись, ложись, ложись, садись, сразу тебе дело. Возьмем новое, распечатаем, отсканируем. Следующий. Да, у меня теперь есть бонусы от пополнения, то есть, когда я пополняю запасы, мне капают какие-то бонусы. Плюс, что у меня еще в кольце открылось? У меня в кольце открылось, что посетители уходят быстрее, что ли? Что-то такое. Так, иду пиздеть. Ну, что-то как-то не особо заметно, что они быстрее уходят, на самом деле. Ну да ладно. Так, читай, листай, прочитал, проваливай. А, еще у меня она зависла. То есть тут точно такая же болезнь, как и у Эллисон. Она может зависнуть, я сейчас расскажу. Интересно, в городском реестре найдутся компании, названия которых связаны с греческими богами? Шлепс. Никаких организаций, ни упоминаний, ничего. Сейчас мне приходят на ум лишь 12 богов греческого Олимпа, но это просто миф. Давай, 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 шустро, шустро. Так, стекло. Смотри, какое обалденное стекло. Ты в жизни такого стекла не видела, смотри. Вообще красота. Так вот, она зависла тогда, когда у меня открылся замочек, и я в этот момент в больнице, где, к сожалению, ни одной отсылки на Эллисон не было, набирал таблеточки. То есть делал комбо из таблеточек, и она просто встала, и все. То есть болезнь такая есть, болезнь такая сохраняется. Обнаружить символ Диметры. Хорошо.
Так, так, так и так. Готово. Татуировка Хлои — это символ Деметры. Деметра — древнегреческая версия Хлои. Может, это важно. Хорошо. Следующий. Давайте, давайте, заходите, господа. А, ты что ждешь? Ник, что ли, ждешь? Нате. Сама взять не могла, что ли? Поболтали, попиздели. Поболтали, поговорили. Жизнь хороша, когда звезды копятся не спеша. Заходите, следующий. Заходи, начитай газету. Читай следы. Так, нате твой букварь. Следующий. Вот, кстати, пока что нет особого смысла звать... Вообще призывать людей. Потому что очков тебе хватает. Плюс у меня сейчас появились золотые звезды, и звать людей просто бессмысленно. Садись, ложись. На, держи. Уровень пройден. Давай, провалим. Все. Продолжить. Проще парень репы. Вот твой пропуск. Трейси, это просто отлично. Теперь ты ассистентка в регистратуре. Ничего сложного. Отлично. Кстати, я и себе сделала пропуск. Не хочу тебя огорчать, но я пойду одна. Да это серьезно? Как же я смогу тебе помочь, если меня там не будет? Не волнуйся об этом, я привыкла работать одна. Ну ладно, как хочешь. Будь осторожней, ладно? И держи меня в курсе. У меня к тебе последний вопрос. Ты видела еще у кого-нибудь такую же татуировку, как у Хлои? Не помню таких. А что означает это тату? Думаю, она связана с Деметрой, богиней плодородия. Мне пора идти. Спасибо за помощь, Трейси. Ну что, идем в больничку. Так, 14 уровень, больница. Да. Больница Снакфорда. День 2, 12.10. И, кстати, очень идет этот наряд, она могла бы быть хорошей ассистенткой Элис. Будет непросто. Вот оно, витраж, о котором говорил Гэри. Витраж, витраж, ну дай мне хоть раз. Так, что тут у нас? Так, мазюка-базюка, надержи, мажься сам. Сейчас я тебя помажу там везде. Везде, где надо, везде помажу. А, садись. Так, это читать будет, да? Да, читать. Приходит почитать просто. Вот просто приходит почитать. Следующий, кстати. Следующий. Да, я еще на той записи говорил такую мыслю, что тут не привязываешься к локациям. То есть вообще не привязываешься к локациям. Как, допустим, в Эллисон мы как-то привязывались к отделениям, они нам нравились. Я не знаю, хорошо это или плохо, но тут тебя могут спокойно перебросить между локациями. Если мы доберемся до правильного уровня, ты это увидишь. То есть сначала мы, допустим, в больнице, потом в квартире Джеки, потом еще где-то. И все это меняется. Ты не успеваешь привязаться к отделению, и оно не надоедает, что ли, тебе. То есть одновременно вроде бы плюс, а с другой стороны минус. Так, послушали, следующего позвали. Так, все, ничего не трогаем, зависнет. Сфотографировать витраж. Ты подождешь. Сейчас сделаю снимок. Шлепс. Шлепс. Кажется, здесь изображена трансформация медузы. Ее волосы начинают превращаться в змей. Новая улика. Изображение на витраже. Жутковато. Давай, давай, давай. Давай, садись, ложись. Три пилюльки. Давай сразу три пилюльки возьмем. Чтобы они просто лежали у нас.
Так, дело. Давай сюда. Давайте следующего. Следующий. Тут еще, кстати, странная система звездами. Я вот открыл кого-то, какого-то бога, который, собственно, дал мне у пациентов золотые звезды. И они тут работают немножко иначе. Типа, как было в Эллисон? Ты пациента быстро обслужил, все сделал четко и качественно, и у пациентов золотые звезды, да? А тут они по умолчанию как бы есть, и я так понимаю, если они упадут, то значит ты звезду не получишь. Ну, то есть достаточно легко, да? Следующий. Так, пилюльки. Сразу пилюльки. На кровать уложульки. Стетоскоп. Статископ. Короче, послушали, понюхали. Отпустили и занюхали. Следующий. А, ты сюда, ты сюда. Садись, ложись. Машься, не болей. Клейся, не расклейся. Все, уровень пройден. Хорошо. Все достаточно быстро и оперативно. Сколько? 12 минут прошло, да? То есть по 6 минут на уровень получается. Бзык-бзык. Алёк-пселёк. А, не алёк-пселёк. На картине «Медузы» я нашел греческую букву «П». «П» значит «преподаватель». Возможно, это подпись художника. Я могу доказать связь между картиной и витражом. Надо только узнать, оставил ли художник свою подпись на витраже. Так, 15 уровень, да? 15 же, да? Да, 15, хорошо. Больница Снакфорда. День 2, 12.47. Ну что опять? Алёк-пселёк. Это Майкл? Привет, Майкл. Спасибо, что перезвонил. Хочу показать тебе кое-что. Да, это касается убийства Хлои Томпсон, но... Ты можешь послушать меня хоть секунду? Я нашла кое-что еще. Это связано с нашей дочерью Аишей. Майкл, я не пытаюсь тебя одурачить. В документах Хлои было ее фото. Приходи вечером ко мне, я покажу и расскажу. Спасибо, Майкл. Увидимся вечером. Так, работаем дальше. Сразу пилюльки возьмем. Потому что сразу же первый попросит пилюльки. Кровать добавили. Насос. Давайте накачаем. Качаем. Все, накачаны. Вперед сюда. Пилюльки. Нет, поболтать. Следующий. Иду, бегу. Пилюльки. Сразу пилюльки схватили, взяли. В смысле, возьми вот эту вот. Окей. Что может означать буква «П» на витраже и на картине? Ну, преподаватель. Пардон. Поддон. Паровоз. Какие ты слова еще знаешь на «П»? Давай, напиши в комментариях, какие слова ты еще знаешь на «П». «П» — Пифагор. Спокойно. Греция — Греция. Пифистотель. Ладно, что-то я уже бред несу. Напиши в комментариях, что может означать буква «П». Так, садись, ложись, ложись, садись, садись, ложись. Папка, папка, папка. На тебе папку. За мамкой придешь потом. Вот тебе насос. Накачали, надули. Изучить витраж. Нужно изучить витраж. Так, что тут у нас? Тут медуза плачет. Так, буква «П», кстати, вот она. Опять греческая буква «П». Какой странный бык. Так это не бык, это бульдог. Это французский бульдог. Вот у меня точно такой же белый с черным, только это французский бульдог. Так, что тут еще-то? Так, что тут? А. Думаю, это Афина. Как это она злая, кстати, изображена. Вот оно. Греческая буква «П». «П» значит «пиздюк». Мой пиздюк.
Тот же символ, что и на картине «Тщеславие Медузы». Что это может значить? Садись, ложись, следующий. Садись, ложись, так, крем. Два крема. Я не знаю, что мы там мажем, но они очень довольны. Прям вообще довольные. Ты сюда журнал пришел читать? На, читай. Пациент начинает что-то подозревать. Кто? Кто из вас? Так, давай подслушаем, что тут на меня была боль. Кажется, администратор постоянно отвлекается. Куда она смотрит? Нельзя забывать о прикрытии, иначе меня раскусят. Да ладно, это всего лишь пациент. Ну, мы что, на обед уйти не можем? У нас какая клиника? Частная? А, я про тебя забыл. Ой, я и про тебя забыл. Забыл про вас, простите, сорян. Садись, ложись, ложись, садись. Папка. Вот тебе папка. Пилюльки, таблетки. Садись за комп. Я, короче, как Эльса на самом деле. И чтец, дудец. На медицинских инструментах игрец. Потому что я работаю на двух кассах, по факту, одна. Садись, ложись, ложись, садись. Бегу. Ну все. Три звезды есть, задание сделали, можно не париться. Просто каких-то доп. Очков, допустим, за прохождение не даю. Соответственно, зачем страдать, зачем нам с тобой париться, да? Так, пилюльки. Последнего принимай, последний. Хотя нет, еще одного. Еще одного приму. Уровень пройден. Хорошо. Из-за того, что мы быстрее с тобой проходим, из-за улучшений кольца, я думаю, что мы, может быть, даже побольше сможем пройти. Продолжить. Не буду ничего обещать, но мало ли. А, прошу прощения. Понимаю, это звучит странно, но вы не знаете, откуда этот витраж? Ай, да кто же его знает? Но я слышала, что его купили на аукционе лет 10 назад. На аукционе? Помню, в тот день много уважаемых людей пригласили. Больше ничего не знаю. Спасибо. Гэри. Каждый раз, когда она говорит Гэри, я хочу сказать мяу. Ты знаешь, откуда взялась картина «Тщеславие Медузы»? Можешь проверить? Возможно, это связано с аукционом. Спасибо, Гэри. Опа. Мамзель. Простите, вы здесь работаете? Работаем. Нет, по приколу. За стойку запрыгнули и притворяемся, что мы тут работаем. Так. 16-й же? 16-й, да. Больница Снагфорда. День 2-13-22. Я Ванесса Томпсон. Пришла увидеться со своим мужем Робертом. Должно быть, это та женщина, которую рассказывала Трейси, мачеха Хлои. Не могли бы вы отвезти меня в палату мужа? Не могли бы. Сама дай топайте. Я не уверена, мисс Томпсон. Разве вы не администратор? Разве вам не положено решать такие вопросы? Нужно срочно что-нибудь придумать, иначе меня раскроют. Пошла ты нахуй! Я придумал. У меня пока еще нет доступа к записям о пациентах. Вам помогут мои коллеги. Ну что ж, мисс, тогда позвольте дать вам совет. Ой, жалко, на мне сейчас футболка этот. Совет свой себе посоветуй. Вам лучше взяться за ум, а то лишить с работы. А тебе лучше взяться за ляжки и съебаться отсюда. Ты все. Так это жена сенатора? Крайне напыщенная особа.
Так, новые пилюльки появились. Надо сразу взять три, они сразу попросят. Садись, ложись. Так, ошейник на БДСМ, только не начинайте мне здесь, пожалуйста. Жалко, кстати, что позвать пациента никак не влияет на время уровня. Мы могли бы с тобой звать пациентов в любой непонятной ситуации, тем самым проходили бы уровни быстрее. Так, надули, раздули. Хорошо, здорово, замечательно. Так, иду, бегу. Иду, ложусь. Иду дудеть. Джеки будет дуть. Дуть, дуть. Так, журнальчик, журнальчик. На, полистай, больше не приходи. Какого хера вы сюда приходите журналы листать? Журналов дома нет, что ли? Так, надули, подули. Хорошо. Садись, бегу, 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 бегу. Ложись, бегу, 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 бегу. Так, пластырь, ага. У жучки не боли, у сучки не боли. А у той напыщенной курицы боли. Так, такие у меня есть. Блять. По-моему, я взял таблетки и сейчас зависнет. Подумать о витраже. Ладно. Сначала картина, теперь витраж. Что все это значит? Мне надо собраться с мыслями. Думаем. Думаем. Царапина, маленькая медуза, поиск, мифы, скрытые откровения, история, мифы, тайна, красный царапин, Греция, медуза, тайна, 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 поиск, медуза, маленькая. И откровение. Что-то мне кажется, это только первые две части истории медузы. И если так, то где же третий, рассказывающий о медузе после превращения? Чё ты стоишь-то? А, ты на кресло хочешь? Ну садись. Почему таблетки не взяла? Ты почему не взяла таблетки? Садись, ложись, я бегу. Так, три пилюльки. Три. Три пилюльки взяли. Кремушком. Намазали. Ой, тяжела же работа в больнице. Вокруг тебя одни неблагодарные сволочи. Изучите Ванессу. Если финтифлюшка идет. Так, что тут у нее? Ожерелье. Похоже, это золотое ожерелье. Дорогой подарок. Обтягивающее платье. Очень сексуальное. Что-то еще-то. Туфли. На обуви нет потертости. Похоже, они новые. Похоже, она любит дорогие вещи и демонстрирует свое богатство. По ней видно. Так, следующий. Садись, ложись. Садись, вставай. Так, вот тебе бандаж. Примеряй. Иду пиздеть. Иду укладывать. Помазали. Пощупали. И посадили. Так, пилюльки. На, ешь. Пилюльки есть. Все сыты и все довольны. Нарко... У меня просто в больнице нарколыги. Ну, в каждой больнице должно быть полно нарколыг. Где лекарства, там и нарколыги. Это всегда так. Так, вот твое тело. Дело. Определите духи Ванессы. О, я помню, чем она пахнет. Это я помню. Она пахнет богатством, а мы воняем бедностью. По-моему, она пахнет цветами какими-то. Да, вот этими цветами она пахнет. Вот, кстати, как тут определять? По факту-то никаких подсказок нет. Цветочный запах. Узнаю ее духи. Странно, у моей матери были такие же. Дорогие, французские. Так, хорошо. Все, больше никого звать не будем.
Еще одного принимаю. Максимум одного. Так, дуем, надуем. Ну все, уровень пройден. Слушай, ну нет, мы с тобой, я думаю, успеем пройти больше уровней, чем я прошел на той записи, поэтому в целом хорошо. Эти два произведения искусства связаны друг с другом. Но мне кажется, я что-то упустила. Алёк, псилёк. Гэри, нашел что-нибудь? Интересно, держу пари, их продали на одном аукционе. Ты говоришь, ты нашел статую Медузы? Ого, помедленнее, понимаю твое волнение, но я с трудом тебя понимаю. Ага, вот оно что, как интересно. Поняла, скоро буду. Итак, витраж, картина, а теперь еще и статуя, изображающая Медузу. И статуя, которую только нашел Гарри, была куплена на том же аукционе. Это все как-то связано. И я вернусь, когда осмотрю статуи. А мы можем так вот спокойно брать и покидать свое рабочее место? По-моему, не можем. Так, что тут у нас по наградам? Плюс 5. Но больше ничего нет, да? Ну хорошо. Музей. Вот, я, кстати, про это и говорил, что тебя могут спокойно перебросить с одного уровня на другой. То есть музей из предыдущего уровня, а мы играем... Из предыдущей даже главы, а мы играем в этой главе. Играть. Музей. День 2, 16:45. Итак, где же она? Я тоже рад тебя видеть, Джеки. Прости, но я спешу. Я должна разобраться в этом деле до того, как в полиции узнает, что я все еще над ним работаю. Может, это поможет. Взгляни на статую. Ну, статую как статую. Ты нашла быка? Я бы сказал, я оседлала быка. Я взяла его за рога. Конечно, нашла. Да, и греческая буква П тоже была на картине. Я знал! Гэри, ты знаешь организацию, которая может быть как-то связана с греческой мифологией? Нет. Или я стану частью этого? В смысле? Что в тот раз не понял, что в этот раз я не понял. Я позаботился о том, чтобы сегодня здесь были стажеры, так что ты легко затеряешься среди них. Работаешь бесплатно, сказал так. Ну хорошо. Придется работать. Итак, откуда ты? Из Греции, я тебя засплерю. Она из Греции. 100%. Давай сразу запасы пополним. Так, давай там брови щипай. Руки мой. Чувака позвали. Раковина занята. Садись, ложись. Чего они сюда приходят руки мыть, я не понимаю. Чё им это дает? Желтая краска. Блин, тут музыка в разы лучше, чем в больнице. Замена. В больнице, если ты обратил внимание, там очень странная такая музыка, похожа не на какую-то нормальную частную больницу, а на заброшенную государственную поликлинику, где до сих пор работают старые такие врачи, которые могут потерять твою книжку, могут дать тебе какие-то просроченные лекарства, хотя в больницах лекарства не дают, могут дать тебе рецепт говяный с лекарствами из СССР, когда ты приходишь потом в больницу, в аптеку, говоришь, мне вот это надо, они такие, а мы, ну, это уже не выпускают, как лет 20, наверное. Ты такой, ну мне сказали. Они говорят, не надо, что тебе сказали, вот тебе... другие лекарства. Три раза дороже, правда, но другие. Осмотреть статую. Открой мне свои секреты, маленькая статуя. Ту-ру-ту-ту. Так, тут сразу масло. Здесь капли массажного масла. Ее пытались массировать, вот это вот. Такой грех не помассировать. Так, что тут змея? Вот это что ли?
Змея похожа на ту, что была на картине. Внизу есть борозда. На статуе есть следы масла. Новая улика. Масло. Странно, что на аукционе ее не протерли. То есть, это статуя с аукциона. А прежде чем продавать какой-то товар, надо протереть его, чтобы он выглядел солидно, красиво и чисто. Ой, что вы там все намываете, 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 намываете. Корона уже прошла, незачем так часто мыть руки. На самом деле, всегда мою руки, неважно, есть какой-то сейчас вирус или нет. Причем корона, по-моему, не прошла, она до сих пор есть, просто про нее говорят меньше. Вот и все. Поэтому о здоровье ты пекись, руки мой, не приебись. Вот так вот. Так, молоток и наковальня. На, строй СССР. Иду, бегу. Садись, ложись. Так, синяя краска. Да, мы с тобой спокойно успеем еще один уровень пройти. Прям вообще без вопросов. Иду, бегу. Главное, чтобы эта серия записалась нормально. Если она опять запишется криво, я не знаю, я буду орать. Так, синяя краска. Хотя это растворитель, да? По-моему, растворитель. Хоба! Так, лупа и пупа. У тебя, кстати, есть лупа. Вот, вот, большая лупа. Ты вполне можешь обойтись и большой лупой. Размер не важен. Важно умение пользоваться лупой. О, кстати, задание выполнили. Ачивку получили. Значит, что? Значит, сможем с тобой открыть колечко. Скорее всего. Продолжить. Расслабься, Гэри. Пока никаких тайн мне раскрыть не удалось. И на статуе есть следы масла, и она не древняя. Я не геолог, но древность определяет точно. Ей минимум 100-500 тысяч миллионов лет. А ты наблюдательная. А, это она сказала, что не геолог, но древность определяет. По-моему, сказал он, да? Ну ладно. Всегда любила химию. Сейчас кое-что покажу. Дай угадаю, ты устраивала взрывы на уроке химии. Точно. Поэтому отойди. Пожалуйста, только не взорви мой музей. Мы постараемся. Так. О, 10 сразу, прикинь, сразу 10. Нифига себе. Давай кольцо прокачаем. Дай что-то новенькое. Хочу что-то новенькое. Новое дай. Дай новое, пожалуйста. Новое, 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 новое. Диметра. Хорош. Не знаю, что это, но хорош. Открыто Диметра. Доп. Запрос. В смысле? Диметра, сестра Зевса и богиня земледелия, сельского хозяйства и урожая. Некоторые посетители теперь могут просить обслужить их еще раз. Это займет меньше времени, но за успешное обслуживание вы получите больше очков. По-моему, она мне только что усложнила жизнь. Так, что я открыл-то? Я открыл сердечки посетителей, да, дополнительные. Открыл, что такое? Доп. Очки быстрой тип реакции? Да, Афина. Распределяйте посетителей быстрее, чтобы получать больше очков. А нет, стой, это было. Стой, это было, было, было. Что-то я еще открыл. Диониса я открыл. Это доп. Очки пополнений. Да, Дионис бог вина и титик. Праздники в его честь связаны с приходом весны и оргиями. Так, что еще? А, вот я еще вот это открыл. Это Гера, по-моему. Скорость работы с посетителем. Скорость работы 2. Да, это Гера. Поэтому ладно. 18 уровень. Музей. Опять в музее, что ли? Музей, день 2, 19.26. Откройте! Это полиция! Спрячь меня! Спрячь меня! Не говори ему, что я здесь! Ты-ты-ты-ты-ты! Убежали. Детектив Эспозит пришел. Кудряш наш. И снова здравствуйте. О, это вы, офицер. Я не помешал. Мне показалось, вы с кем-то разговаривали с картиной. Правда? Здесь только я. Тебя не знаю.
Хотя порой со мной говорит искусство. Блин, ты пиздун кукурузный. Вы не встречали частного детектива, о котором я вам говорил? Джеки Джонсон. Ну не, ее я точно не ждал. Ее попросили оставить это дело полиции. Если увидите ее, позвоните в участок. Договорились? Да, без вопросов. Если увижу, я передам. И че там, посмотришь, нет там никого. Она спряталась. Ее не найдешь. Бестолочь. Отлично, офицер покинул здание. Уф. Этот полицейский. Ты его знаешь? Да, это мой бывший муж. И это он позвонил мне в ночь убийства. Все сложно. Я понимаю, да. Скоро я все им расскажу. Сегодня мы встретимся, и я покажу им, что нашла. Завтра все изменится. Посадят нас. Но сперва за работу. Нас посадят. Салфетка добавилась, да? Надо сразу взять, а не сразу попросить салфетку. Я уверен. А? Говорил же? Сразу возьмем. Перчатки. Следующий. Короче, они и правда начали... А, доп-запрос! 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 Бегу я. Они начали помногу просить, да? Хоба! Следующий. Руки мой. Вот тебе лупа, вот тебе пупа. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Иди, руки мой. Руки мой. Давай, 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 давай. Садись, ложись. Так, вот тебе нож. Только не вскройся, ради бога. Иди сюда. Поболтали, потрындели. Да не приходят руки мыть, и приходят. Приходят и приходят. Так, растворитель. А ты сюда. Следующий. Я за перчатками. Давай растворитель еще пополним. Опа. Изучите статую. Опять. Итак, посмотрим, из чего сделана медуза. Ой, и даже я тебе не отвечу, из чего сделана медуза. А я, между прочим... Ого-го, какой умный. Так, ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Готов. Интересно, похоже, мои догадки подтвердились. Это стеатит. Это когда у тебя выстреляет. Это жаропрочный материал. Его часто использовали в древних купальнях. Новая улика. Стеатит. Ну ладно. А, я про тебя забыл. Подожди. Следующий. Садись, ложись. Руки мой. Руки мой! Так, синяя краска. Не так часто, кстати, появляются эти доп-запросы. То есть за уровень был один. Так, вот тебе лупы. Ищи давай там пупу. Подслушайте разговор студентов. Это можно. О чем вы там шепчетесь? Полиция еще ничего не нашла? Или они просто так говорят? Неудивительно. То же самое случилось с Аишей. Полиция бездействует. Ты хоть одну игру помнишь, где полиция не бездействовала? GTA там 5, 6, San Andreas на 5 звездах не в счет. Но даже там она бесполезна. Ну короче, вот вспомни хоть какую-то игру, где полиция нормально работает.
А, хотя я тебе скажу, игру. Это NFS Most Wanted. Там полиция, неважно какая у тебя машина. Порше, Феррари, хуяри. Они тебя догонят. Они на своей девятке тебя там догонят и жопу порвут, шипы расставят, и вообще тебе там конец. Все бабки отнимут, в тюрьму посадят, и будешь сидеть на нарах. Так, ты сюда, я сюда. А, синяя краска. Да, блядь, синяя краска, ага. Здравствуй, дальтонизм. Это я. А ты чё стоишь? Иди давай, заходи. Все, руки мой, уходи, не хочу с тобой работать. Смена окончена. Давайте, давайте, проваливайте. Замечательно. Второе произведение искусства из больницы, изображающее медузу в момент превращения. Я нашла следы масла на статуе медузы. Камень устойчивый к очень высоким температурам. Тайная организация, деятельность которой расследовала Хлоя. Слушай, а вот это, кстати, посложнее. Мне кажется, масло и вот эта вот штука. Камень устойчивый к высоким температурам. Масло на статуе медузы. Я не знаю, подожди. Мне кажется, камень и вот это соединяется. Я думаю, что да, но я не уверен. Просто организация и это пока что непонятно. Давай пока вот так. Я был прав. Статуя могла попасть сюда из публичной бани. Нужно будет проверить, нет ли в городе общественной купальни. А пока что я попробую больше узнать об этом аукционе. Так, ну что ж. Прокачаться мы не можем, прокачаться мы не можем. Да, я думаю, что на сегодня с нас хватит. Продолжим в следующий раз. У нас скоро с тобой третья глава. Осталось всего два уровня. И мы пойдем в главу «Тайная встреча». Надеюсь, что там раскроется эта организация. И надеюсь, что начнутся сюжетные повороты, от которых мы просто вот так вот сделаем и охренеем. А сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать, рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. Ну, в общем, удачи и до новых встреч.